Всем привет! Я просто не смогла удержаться и не показать вам свою посылку. Обычно я не распаковываю посылочки сейчас на камеру, но я просто не могла вам ее не показать. Сейчас я ее достану. Вот такая посылка сегодня ко мне пришла. Это одно растение. Сейчас я буду его быстро распаковывать, потому что очень долго оно шло. Это мой долгожданный филодендрон карамель марбл. Ну, там есть, конечно, один нюанс, о котором я позже все расскажу. Сейчас я быстро его достану. То парень, наверное, пить хочет. Посылка, конечно, что-то у меня совсем долго очень шла. Ну, как мне сказали, чтобы филодендрон убить, это нужно постараться. Ну, в общем, я не знаю, там не видела ничего. Сейчас буду все при вас открывать. Ох, аж, знаете, дух захватывает. Хочется, конечно, чтобы все было хорошо. То ведь у нас еще и холодно уже. Так. Начнем доставать нашего. Вот он мой маленький. Ох, сейчас я его. Как лялечка. Ну, он, наверное, все-таки устал. Устал. О! Ну, красивый такой. Да, это сорт карамель марбл, но он ушел немного в зелень. Ну, я все-таки попробую, я, конечно, создам ему условия, я попробую, чтобы он проявил варигатность. Конечно, это может быть не получится. Ну, даже если не получится, мне просто нравится это растение. Очень красивые листья. И они у взрослого растения достигают 80 сантиметров. Представляете, это молодое растение. Уже листья по 35 сантиметров. Это уже о чем-то говорит. Ну, боялись, что он... Ну, холодно же, все равно у нас уже 2 градуса. И поэтому его утеплили, смотали его всего на него. Вот, сейчас я уберу это все. Ну все, еще немножко. Но ему требуется, конечно, пересадка, так как растение большое. И смотрите, какой красивый лист у него лезет. Вообще прям такой розовый. Сейчас я еще. Вообще, я, конечно, вообще довольная. Классное растение. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какой лист. Розовый полностью. Так что, думаю, может быть, он и все равно со временем, может, варигантность у него и проявится. Представляете, у него там
не один листик лезет, а два целых. Представляете? Вообще не могу. Это он в дороге выпустил. То есть мне его, когда отправляли, у него появился вот этот листик. Я там смотрю, сейчас еще один лезет. И все равно, смотрите, как красиво. Такой цвет вообще листика. Я, конечно, его сейчас обмою листочки ему. Немножечко полью совсем, ну, хотя он такой, как бы, почва даже прохладная, могу сказать. Даже, наверное, сейчас пока не буду поливать, я ему дам немножко до вечера, наверное, адаптироваться, чтобы грунт согрелся немножко, чтобы не переохладить у него корни. Так, сейчас я его занесу домой, и в ближайшее время я его пересажу в горшочек, потому что у него листья тяжелые, видите, он переваливает это вот ведерочко, в чем он сидит, контейнер такой. И у меня уже опыт есть с филодендроном, у меня, я пересаживала свой большой филодендрон фанбан. Грунт буду готовить такой же, рыхлый, воздухопроницаемый. Ну, в общем, создам ему все хорошие условия. И поставлю его, конечно, на очень светлое место. Вот такие еще. Еще раз покажу вам, такие листья у него красивые. Ну, он сейчас еще немножко помялся, сейчас он расправится у меня. Тем более у него там еще два листика растет. Вообще будет красота. Ну, довольно-таки крупное растение, как я и люблю. Обязательно буду держать вас в курсе, буду снимать про него видео. Даже когда у него сейчас вот распустится листик, я думаю, что это будет очень красиво, так как цвет другой, не зеленый пока. Увидимся в следующем видео.